Добрый день, вы смотрите новости финансового мира на канале InstaForex TV. Я Ольга Витковская. В четверг золото торговалось с понижением, так как доллар продолжил повышаться, поддерживаемый ожиданиями, что Федрезерв в ближайшие месяцы ослабит напор монетарного стимулирования. В ходе электронных торгов фьючерсы на золото продолжили падать после завершения торгов на COMEX. Так, августовские контракты упали ниже отметки $1200 за тройскую унцию впервые с августа 2010 года. Завершили же торги ниже на $18.20, на уровне $1211.60 за унцию. Растущая доходность казначейских обязательств тем временем поддержала американский доллар, а это, как правило, является негативным знаком для сырья, номинированного в долларах США, так как это делает сырьевые товары более дорогими для иностранных покупателей. В последние годы монетарные стимулы от ФРС и других центральных банков рассматривались как поддерживающий фактор для золота. Джеффри Кьюри, один из ведущих аналитиков Goldman Sachs, заявил в интервью CNBC в среду, что падение золота уже слишком затянулось, и цены могут упасть еще ниже в следующие несколько недель или месяцев. Будьте в курсе финансовых новостей вместе с компанией InstaForex. Всего вам хорошего!